Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, ну и я, короче, перезагрузил, блин, компьютер. Надеюсь, сейчас все будет нормалек. Что ж я не строю? Мне ж так существа нужны, а я ж их не строю. А вот не знаю, что я их не строю. Так, тут мы, в принципе, всех, кого могли, снесли. Давайте, наверное... Я вот тут еще побегаю немножко. Говнюк бежит. Блин, вот то, что говнюк бежит, это плохо. Висталки незначительные. Ладно. Попробуем. Преследуем. Серьезная, незначительные гвардейцы. Я мне наплевать, я буду сохраняться. Но у них незначительная, а там потом этих гвардейцев штук 100. Как вылезет. Так, а где этот говнюк бежит, скажите мне? Давайте вот тут вот. О! Бляха высокая, да вы серьезно, что ли? Вот это хорошо, что я засветил. И полезная ворона. На самом деле. С помощью нее я сейчас смогу убежать в замок. По идее. Так, давайте в Амасу. А в замке, как известно, обороняться легче, если, конечно, мы построим еще и стены сейчас. А, смотрите-ка, этот говнюк на самом деле пошел. А, он, наверное, к моему форту бежит. Я думал, он меня убить хочет. Так, а что мне нужно, чтобы построить? Ладно, давайте пока вот так вот. Просто сейчас новая неделя будет. Потом. Базисный портал нужен мне. Чтобы купить базисный портал, нужно купить один кристалл. И я его сейчас куплю. Ну и, естественно, скупить армию. Чтобы было чем отбить говноеда этого. Так, он не дошел, отлично. Теперь, что мы делаем? Мы делаем базисный портал. Мы кастуем вот эту шнягу вот сюда. И даем ему по башке. Вот так вот. Ну, в принципе, лечей, конечно, жалко, но... Нормально. Да вы серьезно, что ли? Еще один? А сколько их там будет вылезать? Слышь, что, игра? Ну, я не знаю, сколько там вылезать будет. Но нам нужно отбивать все эти атаки. Там, кстати, еще один фортик есть. Я так смотрю. Во, говнюк. Какой. Блин, три ломасу снесли, ублюдки. Как вот они снесли? Трех ломасу. Так, ну он на меня сам напал. В принципе, окей. Победили. Мне вот этот форт нужен. И кристаллы нужны. Что тут за говнюки? 32 этих, ну, в принципе, пойдет. Все. Форт забрали. Форт наш. Это уже неплохо. Я должен вам сказать. Так. Верстюс, блин. Ну вы поняли. Что тебе нужно? 4 камня, да? Давайте 4 камня я прикуплю просто. За бабло. И за апгрейжу.
Так, незначительные грифоны. Блин, ну мы помним, как там эти грифоны бьют. Незначительно. Нет, спасибо. Ой, кристальная шахта. Сука, они задолбали, если честно, потери получать. Ну ладно. Главное, что мы захватили этот. Главное, что мы тут сделали говнюков. Я думаю, можно будет скоро замахнуться на замок. С которого они там бегают. Вот. Спокойно. Вполне себе можно будет. 15-15, блин. Дорого, зараза. Может, вот этих учим поставить? А ну-ка. Там мне 14-14. Допустим, вот так вот. Все равно денег много, как бы. Блин, 10 тысяч отдал. Ну ладно. Зато у нас теперь есть ткачихи. В принципе, нормально так. Я считаю. Вот, и тут еще золотоносная шахта была. Мы ее тоже, естественно, возьмем. Мы ее тоже возьмем. Так. Давайте, наверное, я все в замок сбегаю. Куплю армейку. О, давайте вампиров апнем. Вампиры — это ништячок. Ой, всех скупили. Отлично. А чё за неделя? Блин. Снижается в 3 раза. Неделя чумы. Отстой. Блин, ну вот ж надо, а. У меня армия нужна. У них, блин, неделя чумы. Посмотрите на них. Пошли вы в жопу, грёбаные грифоны. Какого хрена? Вы так много сносите. Сокая. Шо они все такие сильные тут? Ну и чё я, получается, припёрся. Я хотел армию скупить, а в итоге, блин, меня послали. Так, давайте, знаете, что сделаем? 15-15 надо, да? Прикуплю я тут 3. Во. Ща мы тут нормально все будет у нас. Все, нет никакой чумы у вас. Нормально, окей. Ништяк. Вот теперь погнали. Вот теперь я понимаю. Кстати, надо и вот этих было снести. Ну ладно уже. В следующий раз. О, предмет для задания. Так, ожерелье кого? Жизненных сил. Но я не хочу с этими воевать. Куда этот говнюк, интересно, побежит? Ну, я не знаю, куда он побежит, но я побегу ему. Блин! Скотина! И там сразу еще один. Падла. Ну, что вы за твари, а? Крысы тыловые. И вот теперь мне опять перестраивать. Ну, камон. Ну, вот нафиг они это делают? Вот сейчас начнутся вот эти вот набеги, блин. Пойдемте пиздюлей вставим. Чё такое? Замки надо построить. Вот что такое. Блин, на все кристаллы нужны. Ну ладно. Что это такое сейчас было за звук?
Не понял я. Так, перестроить. Отлично. Так, ну вроде там запись нормально идет. Я уж не знаю, конечно, что там на финале, в финальном видео будет, но пока вроде ничего. Один корону дружественных стрелков. Ты его хоть надел? Надел. Так, ладно, не хочу с этими грифонами бодаться. Пойдемте. Блин. А, ну в принципе нормально, у него-то еще 7-й день. Что это значит, некромант? С какой стати тебе нападать на нас? О, постой-ка. За этим стоит Лукреция, так? Сестра, будь ты проклята. Ты проницательнее, чем она тебя считает. Она завидует, потому что я лучший политик, чем она. Она никогда не понимала, что политика — это деликатная игра. Теперь у меня есть влиятельные друзья, у меня есть власть. Так что проваливай, пока можешь, грязная тварь. У нее ровно те друзья, которые нужны. А власть... Я покажу тебе, что значит это слово. Так, ладно. Нет, немножко отвлекся. Давайте снесем этого говноеда. Ну тут вообще. А, ну, понятно. Ну, тут тоже фигня. На самом деле. Хельрат! Защити меня от этой нечисти своим святым светом! Это все, на что ты способен, ничтожный пес. Молить своего бога дракона о спасении. Я тень смерти. И пришел за тобой. Так, окей. Один к дальности передвижения по суше. Хорошо. Ой, 30 вампиров. Небесный мандат. 35-й уровень династии. Твой брат сегодня усвоил ценный урок относительно деликатности. Так ты все выяснил. О, я давно это знал. Я хорошо подготовился, как ты сама сказала. А теперь, думаю, тебе есть что сказать мне? В подвалах замка есть тоннель, ведущий к вратам духов. Он был построен, чтобы герцог и его семья могли бежать из замка в случае осады. Но по нему можно и войти внутрь. Чтобы открыть его, потребуется 2 драконьих глаза. Это ключи, открывающие портал. Я пойду с тобой и помогу тебе найти их. Ты должна обдумать как следует свое предложение, госпожа. Если ты ступишь на этот путь и станешь моей союзницей, в Священной Империи ты станешь вне закона. Я устала от Империи и ее напускной святости. Хочу увидеть, что есть в мире, кроме бессмысленных политических игр и лицемерия. Так, окей, Лукреция теперь, короче, за нас играет. Ну, она мне не особо нужна. Давайте... Так, нужно 16-16. Да блин. 16-16, ладно. Давайте чуть-чуть подождем, я думаю. Я пока тут посношу говноедов. Что? Перчатки карманника. Серафимы незначительные. Ну, давайте снесем. Эй, ну чё за фигня? Откуда там говнюк вылез? Жёлтый. Фак. Несколько. Да он же сейчас просто мою эту захватит. Блин, слушай, Лукреция, а тут есть чё? Есть чё скупить? Блин, скупить нечего. Отстойно. Так, ну ладно. Портал-то хоть отсюда есть. Сейчас проверим. Я надеюсь, что он не дойдет.
Ой, красиво. Так, базисный портал раскручиваем. Отлично. Говнюк мин. Нифига себе, блин. Вообще какой-то нубчик там этот просто взял. Снес мне. О, армии нафиг. Так вот, что касается замка. А что? 16-16. А, невозможно перестроить. Тю. А нафиг ты мне тогда нужен? И зачем я этот город захватывал, если его нельзя перестроить? Ну ладно. Хрен с ним. Экономика там, в принципе, построена. Больше он мне не особо-то нужен. Так, давайте вот этих. Яп, ну пока могу. Да ты задолбал. Каких терять. Так, он шел откуда-то отсюда, получается, да? Блин, ну я так сейчас всех ткачих ему отдам. А, это что такое? Только выход. Блин, он походу из портала тут прыгает. Скотина. Плохо на самом деле то, что он прыгает из портала. Вот, потому что он... В любой... Да вы издеваетесь! Нет, 245 этих. Ну неужели нельзя не тратить вампиров гребаных, ну? Ну что за фигня? Ну что тебя вечно учить нужно? Колдуешь замедление. Все, ёптить. Качихи, фулчих. У меня даже этих уже нет. Ну офигеть. Я понял, почему такие потери. Потому что мы всех личей где-то просрали. О, ништяк. Крутое умение. Блин, эти скотины, кстати. На паучих моих идут. Маны нету, ну как обычно, блин. А шо, у них же должно быть этот, эй. Нет, ну. Ты идите в очко, а. Я вообще так не согласен драться с вами. Я же их лишил права действия на текущем ходу, чё за бред. Я думал, они ходить не будут. Типа ослепление. А они, блин, этот. А они пошли, как ни в чем не бывало. Ладно. Ладно, ладно, ладно. О, говнюк. Их нифига. Нифига себе, говнюк там вылез. 10 кристаллов надо. О, у нас сейчас скидка будет. 50%. Ну, на рынке я имею в виду. Городской улучшенный. Блин, откуда они лезут, мне интересно. Ну, понятно, откуда они лезут. Да офигеть!
за бред? Так, вампиров надо соединить. 60 тысяч. Слушайте, вот у меня есть 30 косарей. Я на самом деле могу, знаете, что сделать? Чтоб просто к форту тому не бегали. Я могу вот взять Лукрецию. Что тут подстройки? Ну тут, в принципе, что-то есть. Давайте еще трех этих ангелов я прикуплю. Тоже. Все, и вот Лукреции, например, да? Чтобы она... Что у нее там, кстати, за магия была, я пропустил. Вот я просто посажу ее в этот форт, и она здесь, короче, будет этот. Во, она вот этого говнюка должна, по идее, снести. Ну, я надеюсь на это. Так, теперь, что касается тебя. Базовым портальчиком тоже прыгни-ка сюда. Я даже этого чувака сам снесу. Вот. Ну, он на меня напал, окей. И этот на меня напал, да? Ой, ну вообще хорошо. Все, двух говнюков снесли. В принципе, неплохо. Единственное, что я не выяснил, откуда они лезут в итоге. Ну, понятно, что из портала, но... Откуда из портала я не совсем... Так, этих, ладно, оставим. Хотя у нас тут уже и стрелков нормально можно было бы снести их. Да, вон. Тем более, что там без потерь было бы. А, вон они откуда. Скотина, у них тут прям портал на этом. Смертельная. Тысячи, тысячи. Так, ну этот замок, скорее всего, в принципе, невозможно захватить. Блин, вот был бы... И этот искусственный интеллект поумнее, он просто бы мог взять вот эту армию. То есть войти к нему нельзя. Вот, то есть он своим городом явно не теряет. Он бы мог взять эту армию и просто снести меня. Как нифиг делать. Но искусственный интеллект туповат. Туповат. Делать этого не будет. Точнее, как туповат. Он заскриптован просто. Не делать это. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Что я тут хотел еще прокачать себе? Хранитель тайного. Все новые. Позволяет накладывать новые. Блин, мне-то 15 уровень нужен. Телепортация, взрыв. Давайте вот эту шнягу я возьму. Изначально. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Все, ништяк. Так, небесные воители. О, глаз дракона. Это что мне, по-моему, по квесту нужен. Блин, да что ты все? Нападаешь на меня, ублюдок. А что такое? Почему я не могу взять глаз дракона этот? А, потому что тут кристаллики. Ага. Отнести глаза к вратам. Да без проблем. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем, сейчас все будет. Уже посещали такую постройку. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Туда нужно или вот тут, вот, или вот так вот идти. Пока непонятно как, да? Тут всякие ништячки валяются.
Ну, валяются и валяются, чё. Землетряс. Так, я вот что хотел. Городской улучшенный не могу. Ну, сейчас смогу. Я хотел тпхнуться в замок. Ну, подождать денек, да? И скупить тут еще немножко популяцию. Немножко популяцию и заапгрейдить личей хотя бы. Хотя бы личей. Давайте купим один кристаллик. Вот, ну потому что... Вообще трандец. Так, теперь я хотел снести вот этих пацанов. Преследовать что? Все, отлично. Был минус 3 к боевому духу. Еще... Блин. 25 этих пацанов. А на кого ж мне вас поменять? Блин, не могли архиличей сразу выдать? Ну давайте, я не знаю. Ну вот этих чё. Ну, просто личи явно круче. Вот зараза, а. Только главное, личи проапгрейдил. Если бы знал бы, потом зашел. А что сюда нужно? Еще 5 кристаллов. Ну давай. Давайте прикупим. О! Ништяк. Так, и базовым теперь я... Вот сюда тпхнусь. Давайте сначала тут проверим, что. Потом я по той дорожке прогуляюсь. Может, тут что хорошее будет? Так. Говнюк бежит, да? А мы убьем ли говнюка-то? Не знаю. Попробовать стоит. О, это ж этот мне ткачиху еще одну. Будет приносить, отлично. Они думали, что могут сломить меня, заставить принять глупую веру в абсолютную истину. Они говорили, что нет других миров, кроме нашего. Но я бываю в этих мирах во сне. Они реальны. Когда-нибудь все увидят. Так, отлично. О, 150 репутации крови. Далее. Найти, блин, а зверинец он же... Вон же он. А чё, как к нему пройти? А вот тут вот, наверное, можно к нему как раз пройти было. Так, ну ладно. Мне интересно, снесет ли наш герой этого говноеда местного. О, капа. Капа. Надеюсь, что снесет все-таки. Ну давай, чувиха. Блин, ну как же так? А, знаете в чем? Блин, ну офигеть. Ты там колдуешь. Воскрешение. И что, ты ни на кого не можешь? А, ну верставок можно поднять. И ставок, блин. Тут проблема в том, что я ее забыл прокачать. Армия это не сильная. Если бы нам заклинание поубойней, мы, может, и снесли этих говнюков. А так, конечно, да. Блин, вот мудилы. Да вы задолбали там.
хоть бы кому-нибудь ответил. Пошел, у меня эти не ходят. Что на них нав... Короче. Да почему я не могу? Загрузи мне. Ладно, сейчас тогда по-другому мы сделаем. Да, конечно. Я немножко тут не учел. Ну. Ща. Ща все будет. Так, во-первых, ты. У тебя есть какие-нибудь умения? У тебя магия света есть. Что там? Вспышка. Наш воздух. Или вот фаербол. 270 единиц урона. По воздуху чё? О, вот молнию. Я тебе вкачаю. Слушай. Вот же, вот эту шнягу я тебе вкачаю. Чё тут еще есть хорошего? Это что-то вообще какая-то фигня. Исцеление. Так. Ну и как-нибудь вот так вот. Чувиха. Оковы. Магическая сила. Сколько у тебя маны, интересно, слушай. Сколько у тебя маны? 110. 30 маны. Блин, ну давай 30 маны еще возьмем. А ну-ка. Блин, часам, часмаму сходить. Ну давай, чувиха. Ну серьезно, что ли? Ну. Ну ты ж почти всех убила. Ну в чем твоя проблема? О. Теперь я за стенами стою. Ну давайте смотреть. Так, огненная стрела 330. Огненный шар 310. Ну давай. Как ты тут проиграл, я вообще не понимаю. Вон, снеси вот этих говнюков. Ты в деф. Эти пацаны, все отходим. Все отходим, пацаны. Ты можешь цапнуть, да? Ну а чё? Цапни. Ну, колдун хороший. Вот в чем дело. Да собака, сколько у тебя этих фаерболов? Так, а я что могу наложить? Я что же что-нибудь могу? Я вот могу потом воскресить кого-нибудь. Молния. Так, ну давайте... Блин, я даже не знаю, 204. Давайте сияние. Скроем. Из виду. Блин, ангелов моих заблокировал, ублюдок. Да чё за фигня? Чё там за проклятие на моих этих пацанах? Ну-ка, ёптать. Сними там ответочку. Сейчас мы разберемся.
Нормально. У него тут армии-то нету. Нифига. Когда у меня ангел будет бить? Огненная стрела. Блин. На тебе. Огненной стрелой. Да ты затрахал. Ну ты загрызешься. Заебешься грызть моего ангелочка, ублюдок. Так, можно ударить, да? Давай ударим. Ай, ой, больно, как стрельнуло. Скотина. Так, пока что в деф. Ну давай с ответки там. Чё-нибудь. Так, дальше. Огненный шар. Можно вот так вот двух сразу снести, да? Или вот так вот. Да давайте, наверное, вот так вот снесем. Как он тут проиграть умудрился, я не понимаю. Да ты скотина, у него тоже такой фаербол, кстати, есть. Ой, я ангелом могу. Пять арбалетчиков. Всадники, сияние. Блин, ну давай пять арбалетчиков, я не знаю. Держать удар, ёптыть. Так давай, клюй. О, нормально прилетело. Так, ангел. Да ты заебешь просто свои фаерболы закидывать. Мудила ты конченый. Свидание, ёптыч. Сколько можно? Когда у тебя мана там окончится? Но у меня еще в запасе прибережено этот воскрешение. На случай. Да ты не офигел, версталка? 7 штук сносит по одной этой. Пипец. Все, мана кончилась. ГГ. А, это 55 стоит. Блин, я думал, это на халяву. Ну ты чё? Игра, предупреждать же нужно. Это ж не серьезно. Ну, блин, если он, короче... Ничего сейчас не сколдует, а он сколдовал, мудила конченый просто. Чма, кусок. Ой, огненная стрела. Все, ёптыть. Победа. Сосай, волка. Вот так вот. Я же говорил, что я сделаю этот бой. Я его сделал. Ёптить.
Блин, а? Мо говноеды. Чё я бегал, спрашивается, туда-сюда? Не знаю. Так, а тебе нужно, знаешь что? Городской лучник вставать. Теперь ты отсюда базовым городским. Ты поехали сюда. Ты, чувак. Ладно. Ты, чувак, тут собирай ништячки. Я могу тут пройти, нет? Так, теперь что касается тебя. Тебе тут надо докупить армейку. Ну, поскольку, постольку. Вот так вот. И базовым порталом я тебя тпхну вот сюда. Все, сиди тут, охраняй. А я пошел дальше. Да, если она держать будет, это будет очень хорошо. Вот, потому что мне не придется бегать туда-сюда. Я так чувствую, они будут регулярно выползать. Свои норы. Вот, но не тут-то было. О, этот говнюк ко мне побежал, что ли? Ладненько, друзья, давайте тогда этого говнюка мы уделаем уже в следующем выпуске, а этот я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылки в описании, ссылка на плейлист данной игры, так что остальные плейлисты будет в описании. Ну, с вами был Чиновский Театр. Все, всем до встречи, всем пока.